Мир вам и благословение. Приветствую вас именем Иисуса Христа! Я Максимов Максим, это прямой эфир. Я надеюсь, вы взяли свою кружечку кофе, чтобы начать наше общение. А, вообще, можно чай, конечно, брать. Мне кто-то говорит, ты зачем столько кофе пьешь? Я только утром в передаче пью кофе, а потом-то и не пью кофе. Но я с радостью приветствую всех зрителей телеканала из CNL. приветствую всех моих друзей. А, я Максимов Максим, это прямой эфир. Кто только присоединился Приветствую всех друзей в Германии, в Европе Даже Геннадия Чердина Приветствую, который сейчас присоединился Пастор, драгоценный мой друг и брат Во Христе Иисусе Юлию Игнатову приветствую Я вижу комментарии ко мне, сыплются, сыплются Идут комментарии отовсюду Приветствую Яну Приветствую всех Приветствую Александра Александру Сикоминогорска, Каменогорска Элю из Приветствую Ларису из Бершевый. И приветствую Ирину Нашу добрую сотрудницу Телеканала Сенел. Ирочка, мир тебе Приветствую всех Святослава приветствую, Антона и Розу из Германии Из Мюнхена приветствую Марину Казанскую из Новокузнецкой Юрий Ивченко, мир вам Драгоценный брат мой во Христе Приветствую всех любовью Господа Георгия Снальчика В общем, видите, столько идет сообщений Я Даже не успеваю, всех они пролетают перед моим лицом Всех приветствую Любовью Господа и говорю вам мир и благодать. Пусть Бог благословит. Если вы хотите смотреть нас и оставлять комментарии, вам нужно пройти на сайт домверы.ру точка ру точка ру Если вы пройдете туда, вы сможете увидеть и комментировать а, этот эфир. Итак. Сегодня у нас э, сложный день, неприятный день. А политические новости, конечно, пугают а, и всякие там... Д... Я даже не хочу эту тему входить. Но вчера вечером, а, буквально несколько часов назад, в одну церковь ворвался сумасшедший человек и застрелил во время молитвенного собрания 9 человек. Это, конечно, трагедия. А, это, 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 это беда. И когда я это узнал, сегодня утром проснулся, первая новость у меня, которая всплыла, Убийство девятерых во время молитвенного собрания это, это, это просто, ну же, дьявол беснуется, беснуется, э, ненавидит, 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 ненавидит христиан. И мы понимаем, что нам необходимо с вами, драгоценные, стоять в вере. Для кого-то из людей жизнь закончилась, оборвалась во время молитвы, для кого-то... Она будет в страданиях, потому что некоторые были ранены. Я обращаюсь сегодня к вам. Мы скорбим, соболезнуем это беда. Молимся. Молимся о тех, кто борется за жизнь, кто пытается выжить из-за тех, кто потерял родственников. Это, это в действительности катастрофа. Вообще-то, что последние новости последние новости они все хуже, хуже и хуже, страшнее становятся. Давайте помолимся и будем просить Божьего благословения. Бог всемогущий, мы обращаемся к Тебе, мы склоняемся в вере и просим Твоего благословения. Боже, благослови, благослови детей Твоих, огради, Господь, от всякого зла. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь, о защите. Мы просим Тебя о милости Твоей, чтобы кровь не проливалась. Я прошу Тебя, Господь, благослови, яви Твою милость молю Тебя, Господь, о каждом зрителе, кто сейчас смотрит, и прошу, благослови именем Иисуса Христа. Аминь. Драгоценные, мы, это у нас шестой последний урок по теме имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Мы с вами говорили на многие предметы, и последнее, которое мы, о чем мы коснулись, мы сказали с вами о собрании. Собрание во имя Иисуса Христа. В конце я буду резюмировать итог, о чем мы говорили с вами, но сейчас я хотел бы сказать о собрании. Во имя чего мы собираемся? Во имя прогулки, отдыха? Мы собираемся во имя во имя э, прибыли, если компания организовывается? Во имя урожая, если кто-то пшеницу садит? Во имя чего? Во имя чего мы собираемся? Откройте, пожалуйста, Священное Писание. Матфея 18, 20. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Если у вас есть с собой Писание, то я буду благодарен, что вы откроете. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Здесь написано. Ибо где двое или трое собраны, во имя мое, там и я посреди них. Все лаконично и просто. Где двое или трое собраны во имя мое, там и я буду. Я буду находиться там, где собирается двое или трое во имя мое. Во имя чего мы собираемся сегодня? Многие собираются во имя исцеления. О, исцеление! Не во имя исцеления, не во имя силы, не во имя чудес. Во имя Иисуса Христа. И сразу же откроем первое послание, это в Новом Завете, первое послание к Коринфянам, пятая глава и стих четвертый в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа. Обще с моим духом и силою Господа нашего. В собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа. Собрание мы собираемся во имя Иисуса Христа. Мы не собираемся во имя каких-то дел, побед. Мы не собираемся во имя каких-то движений. Мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа где мы собраны во имя Иисуса Христа, там Иисус посреди нас. Сейчас мы находимся в разных странах мира. Кто-то собирается, кто собирается в Сиэтле, кто-то собирается в Германии, кто-то собирается в Эстонии, кто-то в России, кто-то в Украине. Люди собираются в разных местах. Мы собраны во имя Иисуса Христа. И между нами, среди нас Иисус Христос. Многие собираются во имя своих великих церквей, во имя своих великих помазанников, во имя великих пасторов. Собираются во имя благословенных служителей Божьих, во имя э, Бенихина. И люди едут за тридевять земель во имя Бенихина. Иногда люди одержимые именем. Я еще раз и еще раз хочу вам сказать, драгоценные, не становитесь одержимыми личностью служителя. Не становиться содержимыми личностью проповедника. Он такой классный. Слава Богу, за помазанников. Но никогда имя проповедника не должно звучать лучше имени а, Иисуса. Иисус центр нашей веры. Иисус центр нашего общения. Иисус, центр, и мы собираемся во имя Иисуса Христа. Послушайте, милые мои, имя Иисуса Христа. Вокруг Него все у нас собрано. Вокруг Него мы живем. Вокруг Него имя Иисуса, это то, что мы храним, поднимаем, превозносим. Чему поклоняемся? Имени Иисуса Христа. Мы склоняемся перед именем Иисуса Христа. Мы прославляем и говорим, да святится имя Твое, Господи. Да святится имя Твое. Мы хотим, чтобы имя Его излучало свет жизнь, чтобы имя Бог превознес его, поставил его имя и дал ему имя выше всякого имени, дал ему имя выше всякого имени. Это, это как бы резюмирование. Мы собираемся и наше собрание, наши решения, мы соединены с именем Иисуса Христа. Мы отождествлены, мы живем мы все вокруг имени Иисуса Христа. Когда мы говорим о крещении, интересно, что апостолы крестили во имя Иисуса Христа. И а, давайте посмотрим, что говорится в апостолах. Деяния апостолов, это сразу же после Евангелия. Деяния апостолов, вторая глава. Деяния апостолов, вторая глава, 38 стих. Деяния 2, 38. Петр же сказал им, покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Деяние апостолов 8 глава. Деяние апостола, 8 глава, 16 стих, 8, 16. Здесь написано история, потом написано: И только, только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Деяние апостолов 10 глава. 10 глава, 48 стих, 10, 48. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Идем дальше. Деяние послов, 19 глава, 5 стих. 19 глава, 5 стих. И услышав это, услышав весть, они крестились во имя. Господа Иисуса Христа. Деяние 22, 16. 22, 16. Я просто как бы пробедугуюсь по всем этим местам. Деяние 22, 16. Итак, что ты медлишь? Ну что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Призвав имя Господа Иисуса Христа, призовите, взываю к имени!» Когда мой самолет шлепнулся на взлетной полосе, очень сильно ударился и подскочил, и э, э, корпус самолета развернул так, что все подумали, что мы сейчас разобьемся, все кричали. Я тоже кричал, я тоже кричал. Это был аэропорт Домодедово, по-моему. Я кричал со всеми людьми. Все кричали, все кричали, я кричал, все кричали, я кричал. И мы кричали. Кто кричал, черта призывал, кто дьявола, кто проклятие, кто матерился. Но все кричали. Я тоже кричал. И я одно мог только успеть выкринуть. Иисус! Я закричал, Иисус, дорогие мои, призывайте имя Господа Иисуса Христа и обращаюсь к каждому. В сложной ситуации в вашей жизни, когда ваша жизнь на грани смерти, когда вы заканчивается ваша жизнь, призывайте имя Господа Иисуса Христа. Когда мы уверовали, когда мы покаялись, мы призываем имя Иисуса Христа. Когда мы служим Господу, мы призываем имя Иисуса Христа. Что бы мы ни делали, мы призываем имя Иисуса Христа. Призывайте имя Иисуса Христа. Призывайте призывайте, что, потому что Его имя превыше всех имен, потому что Он Господь. Мы веруем в Его имя, крестимся в Его имя, во имя Иисуса Христа. Что я делаю? Я крещусь во имя Иисуса Христа. Некоторые начинают говорить, а тебя как крестили? Во имя Отца, Сына, Святого Духа или во имя Иисуса Христа? Я говорю, я крещу во имя Господа Иисуса Христа и во имя всех Его имен, во имя Адонай, Елохим, Яхва, Севоот, Кадош. Я крещу во имя всех его имен. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Мы, мы ставим имя Иисуса Христа в центре. В центре нашей веры. А все остальное находится вокруг. Иисус дает нам благословение. О слава Ему. Я скажу такую вещь, что я так хочу, чтобы на Сионеле, в эфире не было другого имени, никакого другого имени, только имя Иисуса. Конечно, очень многие проповедники, они хотят, чтобы было их имя, там. О, чтобы мое имя там зазвучало, чтобы я там ну, выглядел хорошо, чтобы ну, круто, чтобы меня узнали. Я понимаю, что такие ко мне иногда проникают в эфир, я понимаю, что такое иногда происходит, но, дорогие мои, так хочется, чтобы от этого... От этого мусора мы были избавлены, чтобы не свое имя славили, а имя. Как апостол Павел восклицает, уже не я, уже не я, но живущий во мне Христос Иисус. Аллилуйя. Его имя. Его имя превыше всех имен. Филиппийцам, вторая глава, откройте, очень важный стих. Филиппийцам, вторая глава. И я буду читать с 9 по 11 стих. Филиппийцам. Вторая глава, с 9 по 11 стих. Здесь написано такие. Посему Бог превознес Его, Иисуса, и дал Ему имя выше всякого имени. Аллилуйя. Дабы перед именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус, Христос, во славу Бога и отца. Его имя превыше всякого имени. Я, я только одно могу сказать, могу спросить: ваша жизнь, хотел бы спросить, ваша жизнь является ли а, излучателем благоухания имени Иисуса Христа или ваша жизнь, это всего лишь попытка раскрутить собственное имя, создание собственного бренда. Или ваша жизнь — это жизнь э, служения, жизнь поклонения, жизнь э, жизнь посвященная Иисусу Христу. Вы знаете, вот я сейчас сижу, и мой младший сын учится сейчас переключать камеры. И он переключает камеры а то одну, то вторую, то третью. Этот урок он берет для себя, и ему как бы происходит обучение. Ему Андрей тренирует, и сейчас он нажмет: сынок, переключи меня на другую камеру. И вот он меня а, будет переключать. И вот мой сын переключил. Спасибо, дорогой. Вы знаете, что мой сын носит мое имя и мою фамилию? Его тоже зовут Максим Максимов. А, он носитель моего имени и фамилии. Он наследник моего ДНК, он наследник моих, моего служения, моих дел, моего, моего хождения, имущества, как и другие сыновья мои тоже носят мою фамилию, наследники. Так вот, когда, когда происходит что-то в нашей жизни, что-то в нашей жизни, мы оставляем после себя детей с нашим именем. Иисус дал нам имя дал нам имя, как наследникам. Он дал нам имя, чтобы мы могли с его именем ходить и пользоваться его именем. Теперь вы носители имени Иисуса Христа. Вы носите имя Иисуса Христа. Я хотел, чтобы вы открыли одно местописание. Откройте, пожалуйста. Это будет как бы самое важное, наверное, местописание. Колосинам, 3 глава. Откройте, пожалуйста, Колосина, 3 глава, 17 стих. Вокруг этого места Писания вообще все можно строить. А, ну, давайте с 16 стиха. Даже с 15 можно. Колосина, 3 глава, до да с 14. Что же мы там... Вообще что... потрясающе. Давайте сначала головы начнем. Слушайте, это такая потрясающая голова, я так люблю эту колосину. Давайте сначала. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сел одесную Бога. Второй стих. О горнем, о небесном помышляйте, думайте, божественные мысли у вас будут, а не о земном. Ибо вы умерли, помер ты, помер, умерли, и жизнь ваша теперь спрятана со Христом в Боге. У вас есть жизнь, она спрятана со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда явитесь вы с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. Не руки и ноги. Нет. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Такое, знаете, как любостяжание, которое есть идолослужение за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда общались среди этих сынов противления, вы были однажды этой шайкой-лейкой, когда жили между ними. Вы там раньше жили, а теперь все. Теперь, а теперь, восьмой стих, а теперь, значит так, отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, а, а, сквернословие уст ваших отложите, отложите, уберите. Второе. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Снимите старого человека, хватит врать, хватит врать. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу, который обновляется в познании по образу создавшего его. Идем дальше. Там нет ни грека, ни еврея, ни елены, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания. Ты обрезан, не обрезан. Ни варвара, ни Скифа, ни раба, ни свободного. Но все и во всем Христос. Аллилуйя. Итак, мы сняли старого человека. И 12 стих. Облекитесь. Итак, итак, облекитесь как избранные Божьи, святые и возлюбленные. Аллилуйя. Оденьтесь в милосердие, оденьтесь в благость, смиренно мудрее, кротость и долготерпение. Оденьтесь, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если, послушайте, снисходя друг к другу и прощая взаимно, научитесь прощать. Помните, как Христос сказал, не прощайте, не будут прощены грехи ваши. Если кто имеет на кого жалобу, как Христос просил, так и вы. Но теперь более всего оденьтесь в любовь. Оденьтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Оденьтесь в любовь, которая есть... Знаете, как современный перевод говорит? Я сейчас современный перевод прочитаю. А поверх этих одежд облекитесь, оденьтесь в любовь, она связует все и направляет к совершенству. Оденьтесь в любовь, она направляет к совершенству. Любовь направляет к совершенству. И дальше, 15 стих. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. И теперь... Слово Хри... Христово, теперь вот мы оделись дружелюбно, теперь Слово Христово, до да вселяется в вас обильно, со всякую премудростью, научайте и вразумляйте друг друга не ропотом и разборками, а псалмами, славословиями, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших. Аллилуйя. Господу, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, вот теперь самый главный стих, и все, что вы делаете, вот все, все, что вы делаете, словом или делом, все, вот здесь сказано, вот здесь, все, вот я вот сюда, все, делайте во имя Господа, все делайте во имя Господа Иисуса Христа» благодаря через него Бога и Отца. Все, что делаете, все, что делаете, любое действие в нашей жизни, любое служение, любое, любая активность, любое, любое движение мы делаем во имя Иисуса Христа. Мы молимся во имя Иисуса Христа, служим, проповедуем, достигаем людей, творим добрые дела во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Самое высшее имя. И в Откровении сказаны такие слова. Откройте, пожалуйста, откро... книгу Откровения. Я сейчас уже отсюда читаю из этой Библии, потому... Посмотрите, какая у меня потрясающая Библия. Вам видно? Откровение. Мне подарила один... одна семья потрясающая в Алмате. И здесь написано... Такие потрясающие слова. Откровение, 3 глава, и а, это написано, а, 12 стих. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Я сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. Напишу на нем три вещи. Первое, имя Бога моего. Второе имя — града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И мое, имя мое новое, говорит Иисус Христос. Рано или поздно цель хождения, конечно, не чтобы ты только взял свое имя и сказал, вот мое имя, нет. Цель хождения не только, а чтобы стать носителем имени Божьего. Посмотрите, вот здесь вторая 3 глава Говорится о семи победах И э, Давайте посмотрим Откровение вторая глава Первый, вот, Первые церкви По уровню мы и смотрим первые церкви Откровение вторая глава И я буду читать э, 17 стиха Пожалуйста, эту камеру включите Мне немножко неудобно, что это, другая камера работает Спасибо, сынок Имеющий ухо Откровение 2 глава, 17 стих. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церкви. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, а на капле написано новое имя, которого никто не знает. Один из первых шагов Бог дает тебе определение. Камень с новым именем. Побеждающему Бог дает камень с новым именем. Потом мы смотрим э, следующее, и написаны такие слова. А, это, это Откровение третья глава. Это уже через одну церковь, через один уровень перепрыгиваем. И здесь написано, э, написано так. Э, побеждающий. Э, смотрите, от, от, Откровение третья глава и э, пятый стих. Побеждающий облечется в белой одежде, откровение 3.5, побеждающий облечется в белой одежде, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Исповедую имя перед отцом моим и ангелами его. Я исповедую имя перед отцом. Посмотрите, вот здесь он говорит, что он даст белый камень и новое имя. Через уровень он говорит, что я исповедую имя перед Отцом и ангелами, и имя твое не изгладится из книги жизни. Но следующий уровень, он говорит, я сделаю тебя столпом в храме Бога моего, и на тебе напишу имя Бога, Нового Иерусалима и мое новое имя, говорит Иисус Христос. Вот здесь вопрос. Многие вначале очень обеспокоены своим именем. Они обеспокоены собой, они обеспокоены, как они будут выглядеть, как они будут звучать. И они обеспокоены своим именем. И это нормальное состояние. Тебе дастся белый камень. А, имя – это предназначение, то есть имя – это судьба. А имя – это выбор Божий о тебе. И когда Бог дает имя, Он дал Петру новое имя, апостолов переименовал, новое имя дается дорогие мои, вы знаете, вот когда я говорю о новом имени, а, дается новое имя, и когда дается новое имя, а, это новая судьба, это дается новое движение, это дается, ну, давайте так хочу сказать, это Бог определяет вашу жизнь, а когда Бог дает имя. Теперь, когда, когда мы говорим а, о том, что не сглажу твое имя из книги жизни, это вопрос, тебя запечатлевают там, ты фиксируешься, твое имя зафиксировано, фиксируется, не сглажу твое имя из книги жизни. И потом, следующее, исповедуй имя перед Отцом и ангелами. И вот какой-то момент, когда твое имя уже исповедано перед Отцом и ангелами, когда не изглаживают твое имя, какой-то момент Бог принимает решение перед последним уровнем, перед тем, как посадить тебя на престол, он принимает решение сделать тебя носителем имени, но не твоего имени, а носителем его имени. Ты начинаешь носить имя Божье. Когда смотрят на тебя и видят имя Божье, послушайте меня, дорогие мои, когда люди будут смотреть на тебя, они не будут видеть себя или не будут видеть а, тебя, твое имя и твои способности, не будут видеть, а, каков ты, они будут видеть имя Божье. Они будут видеть, что Бог приходит. Послушайте, я прошу сейчас, все меня слушайте, все, послушайте. Носитель Божьего имени. Настолько важно. Мы говорим об имени Иисуса Христа и мы исповедуем, провозглашаем. Ой, ну хорошо, Господь даст мне имя Свое. Нет, 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 нет. Это не просто даст, Он даст тебе право пользоваться Его именем. В вашей стране есть президент, но у вас нет права пользоваться Его именем. У вас нет права. Ты скажешь, я, дитё Божье, я имею право пользоваться. Это ты считаешь, что ты имеешь право пользоваться. Но когда мы говорим о власти в храме Божьем столпом быть, я не думаю, что ты еще даже достиг до этого уровня. Дойди до да, хотя бы до того уровня, чтобы тебе Бог дал новое имя, предназначение, судьбу. Мы говорим о семи ступенях. Наверное, в следующий раз мы поговорим об этом более детально. Я каждую ступень с вами разложу и буду обсуждать каждый уровень, каждую ступеньку. Мы будем с вами обсуждать. Очень хотелось бы, очень хотелось бы с вами увидеть вот эту картину. Когда мы цель наша, если вы хотите воссесть на престоле, если вы мечтаете сидеть на престоле, если вы хотите находиться на престоле, если вы хотите а, пребывать на Божьем престоле, нужно пройти обязательно стать носителем имени Божьего. На данный момент Бог ничего не написал над тебе, не написал твой новое имя свое, но хотя бы в твоих устах пускай имя Господа звучит. Одна из заповедей говорит, не произноси имя Господа в суе. Не говори в суе. Ой, Господи! Не говори в суе. Не поминай Бога в суе. Не вздумай помнить Бога в су... вот так, в суете. Ой, Иисус, Господи! Не говори так. Когда мы говорим об имени, почтение, трепет, уважение, хождение перед Его именем, я только мечтаю, чтобы Господь доверил мне Кому-то Бог доверит свое имя как целитель, кому-то Бог доверит свое имя как всемогущий, сверхъестественная власть, кому-то Бог доверит, Бог не может всем попало доверять. Ой, ну ладно, хочешь имя, на тебе мое имя. Нет, Бог давит. быть носителем его имени. Не каждому дано быть носителем его имени. Носить имя, иметь власть, иметь сверхъестественную силу, носители имени могут делать очень серьезные вещи в духовном мире. Носители имени могут влиять на атмосферу духовную. Я хочу, я, я не знаю, перевариваете вы с той стороны вообще экраны или нет. Я мне это все очень странно, потому что а, это очень серьезные вещи, о которых с вами говорим, а, и многие вообще не секут вообще, о чем идет речь имя чего там а, еще раз а, в имени Иисуса Христа есть власть это минимум который нужно знать но я хочу вам пойти дальше Иисус хочет чтобы мы в конечном итоге стали его носителями имени. Что значит носителем это быть фактически его представительством быть им уже не я но живущий во мне Христос. И когда мы говорим, мы христиане, о, я вас умоляю, здесь не, в этом вопрос, мы носители, он Христос, мы христиане, не в этом смысле вообще. Я видел столько людей, которые называются христианами, это просто пшик. Они невежды, они язычники, они христиане. Они думают, что они христиане, они всякой ерундой занимаются. Мы говорим, у Бога много имен, разных имен. И мы говорим о сверхъестественной силе, о мощи. Мы говорим о сверхъестественном действии, когда Бог доверяет. Он не всем доверяет, единицам столпы в храме Божьем это не все это единица. Аминь. Я хочу, чтобы вы вот к этой, к этой мудрости и тайне присоединились и увидели где-то картинку. Не все люди сегодня являются носителями имени. Бог не написал, и там сказано, имя Бога моего, имя Града Нового Иерусалима, и мое новое имя, говорит Иисус Христос, мое новое имя. Дорогие, наш эфир подходит к концу. Мы только при... подошли к мудрости, к тайнам. Но я надеюсь, что вы услышали. А кто не услышал, и слава Богу за тех. В имени Иисуса Христа есть власть. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты с нами. Благодарю Тебя за то, что Ты ведешь нас. Господь, благодарю Тебя за имя Твое, которое Ты даровал нам. Благодарю Тебя за прощение. Благодарю Тебя за милость Твоей. Иисус, Тебе слава, Тебе честь, Тебе благодарение, Тебе поклонение. Слава, слава, слава Тебе, Господь, слава. Я благословляю Твое святое имя. Да святится имя Твое. Аминь. У нас остается последняя минута. Я хочу поблагодарить вас во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. С вами, а, с вами вместе а, мы можем сделать много. Я хочу прославить имя Иисуса Христа. Я вас прошу, помогите мне. Помогите мне распространять Евангелие Иисуса Христа по всему земному шару. Помогите мне проповедовать имя Иисуса. Я так хочу, я так хочу, чтобы имя Иисуса Христа зазвучало перед всем земным шаром, чтобы все наши кто понимает меня на русском языке, чтобы они прославили имя Иисуса Христа. И перед Его именем преклонятся все. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. Поддержите меня. Благодарю вас за ваши десятины, приношения, за служение, за поддержку, за партнерство. Если вы хотите поддержать, вы можете поддержать cnl.tv, пройдите и поддержите нас. Буду очень благодарен вам. Мы сегодня говорили об имени Иисуса Христа, и помните, нет другого имени, которым надлежит нам спастись, только именем Иисуса Христа. Встретимся с вами завтра, каждый день, кроме субботы и понедельника. Сегодня с вами был Максим Максимов. Ценю, люблю и дорожу вами. Будьте благословены. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.